Первые сапоги, которые я хочу показать вам, это вот такие черные сапоги из кожи питона от бренда Cesare Pacciotti. Конечно же, такая обувь. Это просто обувь на выход. Что я могу вам сказать? Естественно, это такая классическая модель дома Pacciotti. Если вы знакомы с этим брендом, то они из года в год, из десятилетия в десятилетие делают всегда туфли, сапоги с акцентом на шпильку. Я покажу поближе вам. И на острый удлиненный носок. Такая секси, агрессивная, слегка агрессивная назовем, потому что в этой модели не использованы заклепочки, но при этом все равно вот этот острый каблук железный, с имитацией змейки ползущей. И вот эта кожа питона. Не имитация, а настоящая кожа питона, неубиваемая. Это видео по запросу, пришло ко мне вдохновение. Я знаю, многие очень любят видео примерка на себе, переодевание. Я крайне редко снимаю такие видео вообще. Голенище не свободное, но и не плотно прилегающее. В общем, если вы знакомы с Cesare Pacciotti, можете зайти, если нет, зайдите на их сайт, и вы увидите, что сегодня 2018 год, и опять у них все вот в таком же стиле. Этот дом акцентирует, значит, фишка его — это всегда острый каблук, заостренный, либо очень острый нос, и такая вот классика с элементами металла. Не знаю, как назвать, наверное, это просто классический сексуальный женский такой вот образ, да, то есть любая женщина в таких сапогах, с пальто, с платьем, с юбкой-карандаш, да и вообще миксуя что-то еще, будет выглядеть классно, стильно всегда. И вот такие они. Ничего не стало, конечно, я их одевала от силы, может, раз 10. Сейчас покажу вам их поближе. Эти вот ремешки здесь идут как элемент украшения. И вот каблучок, о котором я вам говорила. Вот он такой, железная шпилька, и такое впечатление, что по нему ползет змейка. Подошва, клинок почуть. И вот такой вот носочек. La Silla, Casa dei Pacciotti. Вот это фишка этих домов, которые акцентируют на сексуальную женственность и на классику, которая будет появляться постоянно в их коллекциях из года в год и, как я уже сказала, десятилетия. Ну, такие сапоги на выход. Напишите, нравится ли вам такая модель, и напишите, как вы считаете вообще вот насчет классики, насчет трендов. Важны ли для вас тренды, гонитесь ли вы за ними, каждый год покупаете то, что надевает массовость? Я нет. Кто меня смотрит, тот уже это знает. Цвет такой зеленка, малахит. Тракторная эта подошва. Очень удобные ботинки, не тяжелые. И вот эти вот здесь идут ремешки, как на лыжных, да, ботинках. А здесь замочек.
поскрипывают. И очень приятно, что вот здесь вот этот вот, сейчас вам покажу, язычок мягкий. Сами они какие-то все такие, вы знаете, не дубовые, как можно было бы сказать про вот эти все бутсы. И как их называют? Байкер бутс, да? А достаточно вот комфортные. Вроде в ней грубость, но за счет того, что это лак. И как-то элегантно смотрится, не знаю. В общем, мне очень нравятся эти ботинки. По-моему, я убрала 2 года назад. Да, 2 года назад. Ну, вот такие. Тут значочек, листочек из кварча. Ну, так чуть поближе, чтобы вам было видно, эти ботинки выглядят. Очень удобно. Классно по пляжу каменному пройтись на Сицилии, да? В феврале. По песку, в общем, классно. Пока вроде с лаком особо ничего не произошло. Вот. Любите вообще вот такие вот грубые ботинки? Хотя они вот, ну, на самом деле не очень грубыми выглядят, наверное, из-за того, что в лаке и в таком цвете. Вы согласны? Плотные серые колготки, черные колготки, темно-синие, да бордовые, любые колготки. Платье, естественно, джинсы, пальто. Я шубы носила, очень красиво смотрится. Вот эти такие ботиночки. Такого темно-синего цвета, замуж. Маленький каблучок, ну как маленький, не совсем, конечно, прям малюсенький, но видите, он сделан, как сделано, а потом поближе покажу, как сделана подошва и каблук под 90 градусов, да, поэтому очень удобно. Вот. Отстрочка этих ботиночек идет в таком терракотовом цвете. Сейчас я вам покажу поближе. Вот так они смотрятся сзади. Очень девчонки удобные. Джинсы, юбка, платье. Любой аутфит с такими ботиночками будет смотреться на 5 с плюсом. Так. Они выглядят поближе, чтобы вы видели. Очень такой мягкий замш, нежный, аккуратный, качественный. Носик такой, ну, прекрасный, правда, ботиночки? Тоже согласитесь, на все времена, вне стиля, вне моды, классика. И не скучная, да, потому что здесь вот такой красивый, красивый элемент декора. Замочек. Еще более близко вам покажу в деталях, скажем так. Они отлично на сухую осень, они хороши на весну. Ну и еще раз повторюсь, что вы наденете джинсы скини, что вы наденете с ними джинсы клёш, классические джинсы, да любые джинсы, любое платье, джинсовая юбка, юбка-карандаш. То есть мы можем обыграть эти ботиночки с разными аутфитами в них. И в прелесть в том, что да, они не выйдут из моды. И цвет, правда, классный такой, темно-синий, с этим терракотом классно играет на контрасте таком. Если бы они были черные, мне кажется, это было бы, ну, скучно, как вам кажется. Вот из-за цвета они очень-очень, ну, выигрывают, правда?
Вот так я вам их еще покажу сблизи. Это строчечка, отделка. Здесь замочек. И вот, как я говорила, под 90 градусом. И это очень удобно. Замочек. Кстати, эта картина «Русалочка» рисовала моя дочка. Вот еще одни ботильоны, прекрасные на осень. Это полинь, кожа лаковая, черная. Удобнейший такой вот широкий каблук квадрат. И здесь он закруглен. И резиночки. Серый и бордо цвет. Опять же, удобство, классика, возможность сочетать с любым аутфитом, с любым верхом, будь то парка, будь то пальто классическое, будь то, даже если мы возьмем и зимой, если мы сели в машину, шуба, тренч. Ну, в общем, все, что вашей душе угодно. Удобный каблук позволяет ходить, шагать. И вот опять же, нескучность модели в том, что есть вот эти две резинки и двух цветов, и сделаны, посмотрите, когда раз, два. Сегодня опять же очень многие дома, ну эти ботинки я брала, по-моему, в прошлом году. Кстати, брала их маме, они оказались очень узкие. А вот, и сегодняшние коллекции обуви все пестрят этими вот резиночками, да? Вставками. И что я хотела сказать, да, о Полине и в этом году сделали, ну, опять же, это классический дом моды, дом обуви и аксессуаров, хотя у них есть и, по-моему, верхняя одежда какая-то, не по-моему, а точно, но в основном они акцентируют, конечно, акцент, это обувь и сумки, и, значит, в этом году тоже вот такие модели, с какими-то, может быть, небольшими, опять же, комбинация, игра цветов, текстуры, но очень приятно покупать такую обувь, когда сейчас она стоит в районе 500 евро, да, где-то так. А вот я эти маме взяла в прошлом году, не поверите, за 100 евро. И это первая линия по линии. Поэтому, девочки, кто хочет поехать со мной на шопинг на Сицилию, пишите в директ в Инстаграм. Февраль. И июль, либо конец там января, плюс-минус, такие вот в Аутлете на Сицилии цены на красивую, качественную и не выходящую из моды обувь. Сейчас покажу вам их поближе. Очень качественный лак. Мне очень нравится сочетание резинок. Вы знаете, вот если бы она была черная, это было бы не то. А за счет вот серого, этого пепельного и бордо очень красиво, правда? Согласитесь, если бы здесь было черное, либо красное. Все-таки вот чем отличаются, скажем так, дома с историей вековой, да, плюс-минус, это тем, что, ну, просто чувство этого вот стиля, вкуса, понимание красивого уже просто в крови, наверное, да, у этих домов и разработчиков. Ну, вот такие вот удобнейшие осенние. Ботиночки. Сейчас покажу вам еще вторые по линии. Они немножко другие. А вот вторая пара тоже от по линии. Здесь уже немножко другие ботильоны. Вы видите, они выше. А каблук у них тоже повыше. То есть они закрывают щиколотку, каблук повыше. Кожа другая. Глянцевая кожа, глянцево-лаковая с эффектом старины. И спереди сделаны вот эти вот язычки. Как декоративное украшение. Сейчас я вам поближе покажу. Тоже безумно удобные. Вы знаете,
несмотря на то, что здесь каблук выше. Они очень-очень удобные. Потому что каблук, опять же, таки удобный. Что-то я три раза сказала слово «удобный». Здесь красивее смотрится с джинсами. Мне больше нравится, нежели... Ну, сейчас я надела колготки, чтобы именно акцент шел на обувь. Понятное дело, что я не показываю вам, хотя красиво и с колготами, но здесь я бы, например, я надеваю плотные колготы, серые. Я не ношу капрон в основном. Капрон это очень-очень редко, очень. Вот поэтому здесь вот серые колготки красивые. Сейчас я вам покажу. Вблизи напишите мне в комментариях, любите ли вообще ботильоны, на каком каблучке предпочитаете. Вот так они выглядят поближе, видите, да, какой эффект старой кожи. Я немножко убрала свет, возможно, так вам будет видно лучше. Я не сказала, что они не черные. Смотрите, видите, эти черные. Эти же у нас, если бы я назвала это переспевшая сгнившая вишня. И очень это хорошо видно по вот этим вот элементам. Они в бордо в такое уходят. Запылились. Вот такой носочек, он удлиненный и немножко приплюс. Вот и вот этот вот высоченный, но очень-очень удобный каблук. И мне нравится этот эффект старины. Вот. Вот такие ботильончики. Мне нравится, что они высокие. Напишите, как вам, какая вам больше, например, модель нравится, это или это. И почему. Переходим к следующей. Еще одна модель сапог, которые, кстати, я давно не носила, но в этом году надо, потому что сегодня фишка. Это достаточно такое вот широкое голенище свободное. Ну, правда, в этом году сделала вот такую подушку на ботильонах. Чуть может погрубее, но тоже вот этот красный цвет. И, в общем, здесь идет сочетание двух стилей. Спорт и шик, классик, что-то такое. Это элемент декоративный, то есть это не настоящий замок. Сапоги открываются вот здесь, расстегиваются, не открываются. Цвет зеленый, хаки, такая олива хаки. Высоченный каблук, ну очень удобная колодка, девчонки. Каблук такой матовый, мне это тоже нравится, я вам покажу поближе. Так. Что тут еще? В общем, вот такие они классные. И мне нравится то, что они под колено, и нравится то, что они вот свободные. Это итальянский бренд Le Marin. По-моему, неаполитанский. Смотрите, напишите мне, девчонки, нравится вам эта кожа, мне очень. Она такая грубая, тоже с ней ничего не станет, и красиво то, что вот это... Отделочка, не отделка, элемент этот и каблук классный. И очень удобные. Здесь вообще колодка супер. И полнота хорошая. И смотрятся они очень аккуратно за счет вот этого носика такого немножко ну, такого как бы узкого, но не совсем. Сейчас я вам покажу поближе. Смотрите, вот этот сатиновый такой матовый каблук, матовый, небольшая такая вот тракторная, слегка элегантно тракторная, назовем это так, подошва. Еще раз повторюсь, Prada сделал в этом году так, и многие, и Louis Vuitton сделал вот это вот, пустили тракторную подошву, при этом оставив вот такие каблуки, либо более толстые, в общем, фантазия, вариантов много. Видите, какая кожа. Тоже ничего с ней, хоть ты его закрути в узел. Классная кожа и классный цвет, мне нравится, как вам. Носик такой вот тоже
вроде узенький, да не совсем красивый этот элемент, красный, да? И вот здесь вот замочек. Замочек. Le Marine. Да, по-моему, да, Le Marine, Le Marine, Le Marine. Это неаполитанский бренд. Ну вот. Напишите, вам нравится. Мне они что-то очень понравились. Сейчас я вам покажу по одной паре на каждой ноге. На самом деле, такие видео снимать очень... Ну, на самом деле, не просто, да? Ты тратишь время и так далее. А YouTube не моя работа. Но для своих девчонок, которые просят, я все-таки сняла по запросу это видео. Правая. Ботфорты замшевые, я потом все ближе покажу. Замшевые ботфорты на устойчивом квадратном таком каблуке с железными, с железной фурнитурой украшения, тоже со острёным носиком. Брала в прошлом году. И на левой ноге дискуарт, им уже точно 12 лет. И сегодня это тоже, опять же, ну, во-первых, Disquart это такой очень-очень fashionable, да, бренд. И сегодня, ну, во-первых, ремни, вот этот каблучок, он типа а-ля, вообще это можно сказать kitten heel, потому что он маленький. Вот, круговые носы, круглый такой нос. Как же его зовут этого, я пущу. У меня нет обуви от этого дизайнера, и он сменил, и уже несколько лет сменился немножко название бренда, Марсел Марчелло, по-моему, как-то так. И вы знаете, у него такая обувь, круглые носы, в виде прямо пальцев сделано вот здесь, мне не нравится. Но вот если мы посмотрим, да, то его направление сегодняшнее, то, что такое на пике, да, трендово-трендово, модно-модно, да, чересчур так... можно сказать, хайпово в моде. И вот эти, ну плюс, я вам хочу сказать, эта модель очень удобная. Сколько я уже лет не надевала, а сейчас надела. Каблучок, он такой низенький. Сама колодка удобная у этих Disquart. Ну и, скажите, такие сапоги обратят на себя внимание всегда. И обыграть лук, классная юбка, либо платье. Очень-очень интересные. И, как помню, мы их брали во Флоренции. Вот. И начальная цена этих сапог была, по-моему, первая, 2000 евро. Да. Более уже такая простая классическая модель. Подчетки, видите, поножки, замш. Поближе. Напишите, какие вам больше нравятся, эти или вот эти ботфорты. Единственное, я вот, а вот здесь еще, я вам покажу сейчас вблизи. Я хочу здесь расслабить резинку. Она поджимает. У меня худые ноги, но я не знаю, на какие они ноги сделали. Надо ее там все-таки сделать слабее. Замочек в виде клинка. Зеркальный. Ну, как металл зеркальный. Вот. Disquart. Видите, имитация кармашка. Небольшой вот этот каблучок. Вот этот круглый нос такой. А нос, знаете, нос как ваша нога, вот так сделано. Здесь тоже такие ремни. Здесь ремешки. Здесь ремешки, чтобы подеть, да, надо немножко потрудиться, но... Красота, да. Нет, ничего сложного, нет, все быстро. Здесь расстегнули, здесь, а здесь липучка. А здесь, смотрите, что еще замочек. Ну и внутри красный. Все в духе секси, агрессив стайл. Таком, да?
дискуаров, но они смотрятся, ну согласитесь, не агрессивно, потому что здесь нет этого безумного каблука. И носик, в общем, они классные. Вот видите, столько лет, а я их сейчас достала, и я их хочу, например, на выход в следующий раз, куда-то мы с мужем идем вот в выходные, надеть. Вот такие. Такая глянцевая кожа, вот эти ремни. Ну, в общем, сегодня тоже вот они понаделывали дизайнеры ремни, голенища, вот уже, да, такие не свободные, а более широкие. Такую вот удобную. Покажу вам пару обуви. Ботинки. Значит, тоже кожаная вставочка, не кожаная, а резиновая вставочка. Клепочки. Очень тоже удобный, небольшой каблук. Клепочки идут по подошве. Сейчас ближе покажу. И по коже. Прекрасно сочетаются эти ботинки с платьями. Прекрасно сочетаются с джинсами, с скини, классическими. Мам-джинс, в общем, как угодно. Пальто, куртка, парка, шуба, все что угодно, все что угодно. Очень такая модель. Это бренд. Вот я немножко не поняла, сделаны они в Италии, но, по-моему, это американский бренд. Сейчас вам скажу, как называется. Марк. Вот, кстати, эти ботинки я видела сейчас, продаются на вот этом. Я никогда там не покупаю этот сайт. Как же он там называется? Эти ботинки сейчас есть. Ну вот, мои хорошие, наконец-то я вам сняла это видео, которое вы просили. Это не все, конечно, но то, что сегодня этой осенью обязательно надену,